assalomu alaykum. Mana buni samokat buzuq samokat topdim. Voy yozuvlari ko'rinmas ekan. Hozir maydalab mana plastmassalarni ajrataluvchi bizga nima beradi? Mana samokatimizni maydalab bo'ldim. Mana bu temir ekan. Mana shuncha temir. Mana bu g'ildir plastmassa musorlari. Mana bu alyumin chiqdi. Hozir tortib ko'ramiz. Demak, o'zroq chiqarkan temirimiz o'zi sotda aylukchi. Xo'p, 1 kg 465 g. Tarin chiqib tursa 1 kg chiqib tashlaymiz. 450 g ketdi. 1 kg 450 g temir berdi bizga. Yomon emas. Mana bu g'ildirab bildiralari. Xo'sh, mana shu narsa chiqdi. Boshqa ishtima yo'q. Asosiy alyumin berdi 1 kg. Mana bu. Alyumin ekan bu aslida. Yengil bo'luvchi alyumindan foydalanamiz. Mana shuncha alyumin berdi. Bu nasnoviy nahotka. Adin ксерок. Ксерок, что ли, что называется это? Канон. Вот это хотим забрать. И один планшет есть такой. Название не знаю, что там. Вот название. Вот такой планшет один. И ноутбук один. Вот, ребята, ксерокопию уже разломали. Все. Вот от него чуть-чуть металл. Три моторчика. Вот. Сейчас отдельно поставлю его. Вот три якоря. Ой, убегает. Вот три якоря. Один схема. Вот. А, два. И все. Ксерокопия готова. Вот это. Чуть-чуть. Вот три моторчика основной был. Чуть-чуть металл. Все, больше ничего нет. Второй планшет. Быстро разобрали. Вот батарейка у него. Вот это все хлам. Фалги, малги, там бумаги. Вот это плата у него. Ничего нету. Mana ksirkopiya qiladigan apparatimiz biz bo'ldik. Mana bu 3 dona motor bor ekan. Bittasi qayoq qayoq qoldi. Oy, qayerga tushib ketdi bittasi mana qoldimiz. Bittasi tushib ketdi mana. 3 dona ekan. Mana 2 ta plata. Bo'lgan mana shu detallari. Mana shu ksirkopiyadan. Mana bu musor. Mana hammasi mana shuna bog'lam. Mana sxema, sxemalar mana tushdi. Mana sıxılan bu, mana. Mana bu oynağı. Planşetimiz mana. Planşetimizi maydala bulduk. Falga malgaları, mana bir de platesi bor ekan. Aşı ozgın, 10 gram, 20 gram timir çıktı. Boşka hiç balı yok ekan. Kambal planşet ekan. Oz notebook'u bokladı mana. Rapport kılıyabımız. Вот, ребята, от ноутбука платы набрали. Вот такой. Смотрите, что натворили они. В 2012 году, год выпуск. Вот все, вытащили. Вот это платы маленькие. Вот основная плата у него. Смотрите, как выглядит. Ну, китайцы.
Вот здесь, наверное, мед или железо, не знаю. Сейчас вытащим. Задняя сторона, вот. Красоту создали, вот. Мана ноутбуком из схемы на кучу волду. Мана бы тузлю штайкан. Когда закончили, ноутбук разобрали. Вот это металл чуть-чуть. Вот это два кучка чуть-чуть. Где-то 50 грамм еле видит. Алюминий вот это. Вот это от схемы. Это мелкие детали, вот это мед столько. Чуть-чуть. Это все мусор. Вот. Все, больше ничего интересного. Чуть-чуть металл, алюминий и мед. Чуть-чуть дал. Вот. Больше ничего нет. Мана ноутбуком мазала пультом. Мана мусор амеса. Кнопка для красного. Машу металл, озгина, мана бы салимин, асина алимин, мана бы мада бы тилле сюги гутырга, мада чуды насыса озгина, мана бы мыс, машу результат на тугатты, тургус ролинам не бушкинче, айр, пока-пока.